Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Передо мной находится устройство Motorola Edge 30 Pro. И сегодня я покажу, как отключить звук и вибрацию в клавиатуре данного устройства. И для этого мы переходим в настройки, далее проходим в самый низ, до систему, выбираем язык и ввод, выбираем экранной клавиатуры, выбираем Gboard. Здесь мы выбираем настройки, проходим вниз, и здесь у нас есть звук при нажатии клавиш, отключаем, и виброотклик на нажатии клавиш тоже отключаем. И на этом все. Спасибо за просмотры, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.